Волгоград очень такой устоявшийся, в какой-то определенной степени болотистый и очень трудно поднимаемый. Вот. И поэтому даже когда ты чего-то хочешь делать, тебя потом потихонечку засасывает. Вот, в общем-то, как-то за идеями, за новыми, не знаю, может быть, действительно просветлением. Вот. Зайчики – это пользователи, на которых мы охотимся. Нам нужен трафик, нам нужно внимание, нам нужно понимание, нам нужен авторитет. На дефиците информации зайчики ведут себя, вот они за морковкой бегают. Дальше наш мир начал развиваться как-то так, и этих зайчиков, уже зажравшихся, вы точно знаете. Я подключился на 100 каналов кабельного телевидения, смотреть нечего. Скукотища вообще. Столько вообще журналов этих выпускается, макулатура, просто забиты все эти газетные киоски. Ничего интересного нет. Но весь ужас в том, что мы сейчас работаем вот на таком рынке. И мы тут делаем морковки. Каждый человек, который вообще хоть какой-то медиапродукт производит, он конкурирует далеко не с соседней лентой новостей. Он конкурирует вообще в принципе с любым занятием, который этот зайчик, которым этот зайчик может заниматься. Вот вы какая-нибудь вот здесь морковочка. Что нужно сделать для того, чтобы зайчик вас заметил? Ну, зайчик зажрался уже окончательно. Стать капустой. Надо отличаться чем-то. А это очень страшно, потому что все окружающие морковки говорят: ты что такое вообще? Что тебе больше всех надо, что ли? Почему ты морковка? Стать каким-то другим, да, сделать какой-то другой продукт, отличаться. Если вы пишете какой-то материал, если вы пишете какой-то, либо создаете какой-то мультимедийный проект, вы всегда должны понимать, для кого именно вы это делаете. Подобные тренинги несколько переворачивают устоявшуюся точку зрения. Вот, потому что мы все равно все варимся в каком-то определенном русле и как-то очень сильно зацикливаемся. И без подобных толчков очень трудно что-то как-то себя позиционировать по-другому. Должно быть ярко, должно быть необычно, должно быть там сочно, действительно. Все, что надо было мне понять, все, как я, вот все, что я не могла для себя сама понять, я все поняла.